К поискам пропавших детей в Березовском районе подключили авиацию. Напомню, на реке Ляпин ищут двух школьников, которые одни уплыли на рыбалку. Подростки воспользовались моторной лодкой. Позже ее обнаружили пустую, но, по словам местных жителей, с включенным мотором, примерно в 10 километрах от села Саранпауль. Сегодня там прошло совещание экстренной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Вот что по этому поводу говорит глава сельского поселения Павел Артеев. По результатам заседания создана оперативная группа, которая направлена в данный момент на место происшествия. В данную группу вошли спасатели Центра спаса Горя, сотрудники ОМВД по Березовскому району, члены добровольной народной дружины сельского поселения Саранпауль, но также волонтеры и родственники. В настоящий момент ведется поиск. Общее количество задействованных людей составляет 30 человек, 15 моторных лодок. И силами авиалесоохраны осуществлен облет территории предполагаемого происшествия.